для подтверждения профпригодности вам предстоит завершить 10 стандартных операций. Отправляйтесь в штаб САС. Вы получите первое задание — уничтожение вражеской группы. Оперативник обязан провести тщательную разведку для обнаружения источника угрозы и цели задания. При зачистке будьте предельно внимательны. Учтите, ваш противник прекрасно подготовлен и располагает отменным снаряжением. Нейтрализуйте угрозу любой ценой. Стандартных на... Противник должен быть уничтожен. Противник устранен. Задание выполнено. Если ваша задача — эвакуировать цель, медлить нельзя. Проникнув в укрепленное помещение, действуйте оперативно. Иначе не успеете вывести заложника. Для проникновения создавайте бреши. Постарайтесь не нанести вред гражданскому. Пробивные заряды позволят получить тактическое преимущество, устранить противника и спасти цель. Обеспечив защиту цели, идите к точке эвакуации. Устраняйте всех, кто рискнет помешать вам. Удачи! Отправляйтесь на точку. Спасите заложника. Вывожу заложника. Заложник у нас. Уводите Будьте цель. Рядом. Прибом. Враг приближается. Охраняйте цель. Заложник спасен. По нашим данным, противник хочет взорвать важный объект. Постарайтесь выбрать безопасную точку входа, избежать боя с противником и добраться до заряда в кратчайшие сроки.
Чтобы сэкономить драгоценное время, попробуйте найти применение канату. Достигнув ключевой точки, начинайте отключение взрывного устройства. Вам выдали деактиватор. Его следует установить возле заряда. Держите оборону до завершения работы деактиватора. Заряд следует найти и обезвредить. Деактиватор работает. Ждите противника. Есть 45 секунд. Подведу, проверю, жди тут. Полминуты до отключения. Все по местам! Отключение через 5 секунд. Для террористов захват самолета — своего рода реклама. Случайные жертвы, высокая степень угрозы, проблемы противодействия. Факторов, играющих им на руку, уйма. Успех такой атаки позволит противнику привлечь к себе внимание. Вам же придется работать в минимально комфортных условиях. Подобные задания — конек оперативника Эш. Применение пробивных снарядов позволит держать ситуацию под контролем. Противник должен быть уничтожен.
живы. Противник занял. Внимание, захвачен заложник. На одном из врагов пояс смертника. Устраните противника выстрелом в голову. Вариант у вас всего один. Для устранения противников оперативник ГЛАЗ использует снайперскую винтовку с глушителем и усовершенствованным прицелом. Обнаружив гражданского, начинайте эвакуацию. Используйте дымовые шашки, чтобы противник не заметил вас. Цель найдена. Займитесь эвакуацией заложника. Заложник в безопасности. Эвакуируйте. Враг приближается. Охраняйте цель. Сюда. Заложник потерян. Все на поиски. Заложник у меня. Заложник у нас. Уводите цель.
спасли заложника.